Программа смены IT-старт включает в себя мастер-классы, тренинги и лекции. Участники уже научились создавать проекты и реализовывать их в виде готового бизнеса. Сегодня ребята пробуют управлять небольшим предприятием. А как это сделать и что такое теория ограничений, рассказал управляющий партнер GTC-практик Глеб Тертычный. Сейчас они понимают, что управление предприятием – это не какая-то задача для небожителя. Этим может заниматься человек от 12 лет точно, если он понимает, как работает вся система. Цель сегодняшней лекции была в том, чтобы понять, что управление бизнесом, управление системой – это не что-то сверхсложное и непонятное. Это достаточно трудозатратная вещь, в которой можно разобраться достаточно быстро и это делать. В мире существует две крупных системы управления. Это теория ограничений системы и бережное производство. Теория ограничений – это общая теория управления менеджментом, которая позволяет понять, как в любой системе выделить единственное ограничение. Все составляющие системы взаимосвязаны между собой. Сложными системами управлять одному человеку невозможно. Если у вас есть ощущение, что на вас вылилась какая-то огромная сложная штука, вы просто разбиваете ее на простые и начинаете по отдельности этими простыми вещами управлять. Это причина, почему на этапе роста любому проекту нужна команда. Вы на этапе роста не справитесь с кучей проблем, которые на вас свалятся. Это нужно кому-то отдавать. На примере программы «Тренажер» участники смены пробуют управлять предприятием так, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных затратах. В любой системе есть одно ограничение. Оно должно работать 100% времени. Остальные ресурсы должны и могут простаивать, если они не нужны для использования ограничений. Это не очевидно, это непонятно. Это вы делаете постоянно на уроках, когда вы все поняли, вы уже занимаетесь другим. С этой программой многие участники знакомятся впервые. За 40 минут каждая команда стремится показать наилучший результат. Победители получают поощрительный презент в виде денежных средств. Это я вообще никогда не встречался с этим. Первый раз увидел, узнал. И я думаю, это очень сильно поможет в любом проекте. Ожидали более технической части, типа код писать, будем целый день сидеть, в 8 вставать, 11 ложиться, писать код. Но нет, здесь более интересно и больше все же основано на бизнес. Этого я не ожидал, и мне это очень нравится. Систему ограничений можно использовать и в повседневной жизни. Анализируя ошибки на тренажерах, в реалии достичь успеха.